Здравствуйте, я Зундыл Ама, гороскоп Зурхай на телеканале ТВ. 27 февраля, 4 лунный день, стихия вода. Благоприятен день для людей года змеи. В этот день хорошо отправляться в дорогу, производить купли-продажу, похоронный обряд по усопшему, рубить деревья и работать по дереву, устраивать приемы и проводы, отдавать долги, чего следует избегать. День неблагоприятен для военных, исполнение обряда умножения достатка, воспрещается ссора и вражда между собой, стрижка волос к увеличению здоровья и силы. И помните, лучше быть мягким снаружи, а твердым внутри, чем твердым снаружи и мягким внутри.